Зимові свята – це не тільки смачно, а й калорійно. Тож всередині січня для багатьох стає актуальним питання, як повернути себе у форму. Відповідь очевидна – йти до спортзали. Наша Катерина Лук'янець вирішила на собі перевірити найбільш популярні види тренувань. Що дізналась нового та чи багато кілограмів втратила – дивіться у сюжеті. Ого, за свята я погладшила майже на 5 кілограмів. Це просто якийсь жах. Аби привести тіло у форму, я прийшла до спортзалу. Але ж який вид тренувань обрати? Знаю, є фітнес, тренажерний зал та танці. Напевно, аби визначитись для початку, спробую все. Спочатку я вирішила піти у тренажерний зал. Тут мене зустрічає тренер Денис. Каже, будь-яке заняття слід починати з розминки. Спочатку бігова доріжка. Так розігрівається все тіло. Потім переходимо до базових вправ. На тренажері підіймаю корпус тіла вверх і вниз. Так треную спину, аби була гарна постава. Далі – присідання з м'ячем. Це не так просто, як здається на перший погляд. Скажіть, воно точно допоможе? Точно допоможе. Ноги і попа будуть просто супер. Ну добре, тоді робимо далі. Ноги, сідниці та спину я потренувала. Тепер переходимо до пресу. Хочу, аби влітку на пляжі мені всі заздрили. Кожну вправу робимо в 3 підходи по 10 разів. Дуже багато дівчат бояться ходити до тренажерного залу, бо думають, що їх фігура стане схожою на чоловічу. От чи правда це? Ну, я завжди відповідаю. Мені, в принципі, кожна дівчина в цьому залі задає цей питання. Я завжди відповідаю їм так. Тобто професіонали для того, щоб додати в об'ємі десь сантиметр, працюють роками. Тренування в залі універсальні. Вони підходять і для людей з інвалідністю, чи для тих, у кого є старі травми або проблеми зі здоров'ям. Тренер допоможе розробити індивідуальну програму саме для вас, опираючись на те, чи хочете ви схуднути або навпаки – збільшити вагу. Тренажерний зал я вже спробувала, та фітнес – теж дуже привабливий вид спорту. Знаю, що він особливо популярний серед дівчат, тому зараз знайду тренера і детально у нього все розпитаю. Заняття з фітнесу для мене проводить тренерка Юлія. Вона займається спортом з 3 років. Каже, фітнес – це ідеальний варіант для фізично непідготовленої людини привести фігуру до ладу. У вас дуже гарна фігура. От я теж таку хочу. Що мені потрібно для цього зробити? Для этого нужно заниматься регулярно спортом, даже буквально 20-30 минут утром, и у вас будет идеальная фигура, ведь вам грех жаловаться. Переходимо до тренування. Для вправ нам знадобиться гімнастичний м'яч. Сейчас приступим к силовым упражнениям. Сгибание поочередно локтей на 90 градусов. Сконцентрировано на бицепс, трицепс. Поехали. Такі вправи не тільки розминають м'язи спини, а й зроблять ваші руки красивими та підтягнутими. Далі переходимо до вправ на ноги та сідниці. Далі ми продовжимо силове упражнення на поверхність бідра. Це випади назад поочередно. Поїхали. Раз. Усі вправи можна виконувати вдома. Замість фітболу можна використовувати звичайний спортивний м'яч. Гантелі замінити пляшками із водою. Завершувати тренування слід розтяжкою, аби наші м'язи швидше відновлювались і не так боліли зранку. Останній вид тренувань, який я вирішила спробувати – це pole dance. Особисто я вважаю, що для непідготовленої людини це доволі складно. Не знаю, чи вийде в мене, але спробувати варто. Pole dance важлива витривалість. Після розминки робимо планку. Стоїмо так десь хвилину. Качаємо прес, робимо віджимання. На гімнастичному килимі прогинаємось, як кішка, аби бути гнучкими. Ця вправа дуже корисна для хребта. Якщо чесно, я втомилась вже на розминці. Моя тренерка Тетяна каже, це й не дивно, адже pole dance – один з найскладніших видів спорту. Потому что помимо сильных рук нам нужна еще координация движения, нам нужна растяжка, да, нам нужна выносливость. И занимаясь на пилоне, у нас должны быть очень хорошо развиты абсолютно все группы мышц.
Після переходимо до базових вправ на пілоні. Перша називається метелик. Тримаємось за пілон, відриваємо ноги від підлоги і утримуємось так декілька хвилин. Навіть базові вправи мені даються важко, але на першому занятті очікувати результатів не варто. От скажіть, будь ласка, скільки часу мені потрібно займатися, аби хоча б залізти на нього? Я думаю, що для початку потрібно просто спробувати, да, і, ну, думаю, місяць, і ми точно будемо на самому верху. А як це вплине на мою фігуру? Я отримую те, що хочу? Звісно, благодаря пілону можна дуже хорошо підтягнути своє тіло. Словам тренерки довіряю, адже вона, як і я, колись почала займатися полденсом з нуля. І зараз її рухи вражають. Особисто я для себе вирішила обрати тренажерний зал, хоча усі види тренувань, які я спробувала, допоможуть зробити фігуру ідеальною. Головне – займатися не менше 3 разів на тиждень і робити це систематично, а ще не забувати про правильне харчування. Тільки так я зможу зробити свою фігуру ідеальною. Катерина Лук'янець, Володимир Кіт, телеканал ZET. Сподіваюсь, Катерині вдасться досягти своєї мети, принаймні я тепер буду уважно стежити за змінами у її фігурі. Продовжувати тему, як досягти красивого тіла та не зашкодити здоров'ю, будемо з моїм гостем. Я рада вітати у студії дієтолога Дмитра Колісниченка, голову громадської організації «Сучасна територія здоров'я». Вітаю вас, пане Дмитро. Добрий вечір. Нагадаю нашим глядачам, що зв'язатись із нами можна у Фейсбуці, адресу ви зараз бачите на нашому екрані, а також зателефонувати нам у студію за телефоном, який також бачите на екрані. Отже, пане Дмитро, коли людині слід замислюватись над тим, що з її фігурою щось не так? Які параметри от здорової людини? От що ви можете перерахувати? Це зріст, відношення до ваги? Які? На самом деле, обычно, в первую очередь, этим вопросом интересуются девушки и женщины. И их чаще всего, вот как Екатерину, волнует именно вес. Хотя на самом деле вес – это очень такой субъективный параметр. Дело в том, что в этом ведь весе может быть много жировой ткани, а может быть много мышечной ткани. Поэтому... Так, я, до речі, чула думку диетологів деяких, які кажуть, що ваги, зважування – це хибний шлях, і не треба їм слідувати, так? На самом деле имеет смысл все-таки немножко контролировать. Просто и когда человек за этим начинает наблюдать слишком активно, то есть в течение дня по нескольку раз взвешивается, каждый день там взвешивается, это, ну, шлях, путь не туда. Поэтому на самом деле важнее смотреть все-таки за объемами, потому что девушек и женщин в первую очередь интересует все-таки фигура, а не вес. При этом при одном и том же весе можно иметь абсолютно разную фигуру. Поэтому, конечно же, важнее объемчики смотреть. И вот эти объемы, они будут зависеть, очень сильно будут зависеть именно от питания. Там вот очень хороший вопрос возникал у Екатерины, насколько, ну, не получится ли так, что, ходя в тренажерный зал, она может превратиться в такую очень крупную девушку. Это так и распространенный миф, так? Дело в чем? Дело в том, что если все-таки не меняется питание, то есть не меняется рацион питания, или очень часто... ну, добавляются определенные приемы пищи во время того, как человек ходит в спортзал, то такая потенциальная возможность возникает. То есть я на самом деле сталкивался с несколькими примерами, когда девушка действительно в целях убрать лишние объемы пошла в тренажерный зал, и спустя какое-то время она как бы она мышцами наросла, а жировая ткань не особо ушла. И вот тогда мы действительно сели и разбирались с тем, чем же она все-таки питается. Но это индивидуальный выпадок, чи это часто трапляется? Такое может происходить. Почему? Потому что очень часто тренера, работающие в спортзале, они, в общем-то, в большей степени настроены на тех людей, которые хотят нарастить мышечную массу, поэтому они в основном и дают рекомендации по отношению к тому, к тем людям, которые все-таки наращивают мышечную массу, и у них нет особо каких-то вопросов по избыточной жировой ткани. Угу. Есть еще такой миф, что для того, чтобы схуднуть, варто кинуть їсти после 18-й години. Вот прокомментуйте, это правильно или это неправильно? Согласен, что это миф, поскольку тоже частенько об этом возвращаемся с теми людьми, кто обращается. Дело в чем? Дело в том, что все будет зависеть от режима жизни человека. То есть, если человек уже в 8 вечера ложится спать, тогда, возможно, до 18 действительно ему стоит поесть, и уже в 8 отбой. Но если человек, на сегодняшний день большинство людей ведут активный образ жизни еще после захода солнца, еще и в интернете, там некоторые до 12, до часу ночи, то это может быть чревато для организма, поскольку все-таки длительные промежутки без еды,
Вот такие, да, когда в 6, допустим, человек последний раз поел, а ложится спать после 10 вечера, это достаточно длительный промежуток. Это может быть стрессом для организма, тем более, если его мозг в этот момент работает. Например, если он сидит в интернете, то в любом случае мозговая деятельность идет. Как это может зашкодить здоровью? Как может повредить здоровью? Дело в том, что организм, вот на самом деле праздничная пора, точно так же, как вот такие варианты, когда люди выбирают себе определенные типы диет, резко на них переходят, то есть резко начинают не есть после 6, или резко приходят праздники, они наедаются, а потом пытаются резко все ограничить. Это стресс, то есть любое вот такое резкое изменение. Каким образом потом, какие последствия такого стресса? Это как раз есть накопление избыточной жировой ткани в организме, то есть организм пытается на будущее запастись на всякий случай, если вдруг в следующий раз будет происходить нечто подобное. Поэтому для людей, у которых характерно, вот, что они пытаются пораньше завершить кушать, а потом поздно ложатся спать, их все равно часто догоняет, я в шутку называю это, ночной дожор. Да, вот такое. И, соответственно, у человека все равно сбивается в итоге ритм питания. Поэтому какие-то символические перекусы, если даже человек там условно не хочет поздно наедаться, и это правильно. То есть оптимально за 2,5-3 часа до еды уже, конечно же, не кушать. То есть основные приемы пищи завершить до этого времени. А чи корисно рахувати калорії для того, щоб схуднути? По поводу калорий тоже определенный существует міф. В чем он заключается? Дело в том, что наиболее калорийная пища – это жиры. Да, то есть это, то есть все, что содержит жиры, оно автоматически считается наиболее калорийным. Но если подходить из позиции построения нашего тела и нормальной работы организма, без жиров наша жизнь невозможна. Поэтому слишком жестко ограничивать калории зачастую за счет жиров, это может быть чревато. Вот считать калории, которые приходят к человеку с помощью углеводов, вот это разумно. Потому что, по сути, основная энергия в нашем теле, которая запасается в виде жировой ткани, это и есть углеводы. Ще таку думку часто зустрічала, що є якісь там продукти харчування, які допомагають спалити жир. Чи є такі продукти, чи дійсно вони спалюють жир? У чому заключається оце міф чи не міф, розвінчайте його. Значит, по поводу продуктов, которые помогают убрать жировую ткань, это продукты, которые помогают в первую очередь в переваривании пищи. И ну, из моего опыта я больше туда отношу к таким продуктам все-таки белковую пищу, но только не, ну, не мясные блюда все-таки, а это рыба. Вот, кстати говоря, рыба, особенно морская, там, где большое количество омега-3, она очень хорошо способствует процессу похудения. Вот. Кроме того, зелень и салаты, где большое количество клетчатки, которые создают объем, кстати, это очень может быть сейчас актуально после праздников, когда у людей были большие объемы пищи, и после праздников кто-то пытается продолжать есть такими же объемами, поскольку все-таки ну, вот как-то привычка, да, то есть или голодный, или нужно есть столько же. Кто-то пытается резко урезать рацион питания, ну вот в этом плане будет хорошо помогать салат из, там, из свежей капусты, возможно, морковь, зелень, вот такие вещи. И, конечно, различные специи, которые улучшают выработку ферментов, выработку желчи, то есть те вещи, которые помогают в итоге переварить эту пищу. Я нагадаю, що поставити запитання нашому гостю можна за телефоном, номер, який ви бачите на екрані, і зараз у нас, до речі, є телефонний дзвінок. Прошу дати його у студію. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Доброго меня зовут вечера. Алина. Я хотела задать вопрос Дмитрию. Скажите, пожалуйста, что делать сладкоежкам, чтобы сохранить фигуру? Я очень люблю сладкое, но и полностью отказаться от него не могу. Может, есть какие-то часы, когда можно есть? Дякуємо за запитання. Отже, пане Дмитре, вам запитання. Очень хороший, актуальный на самом деле вопрос. Дело в том, что сегодня существует проблема, так называемая углеводная зависимость. Поэтому девушка, которая позвонила в студию, она не исключение, она скорее сегодня как правило. То есть такая ситуация происходит регулярно. Что важно здесь учесть? Если человек не доедает белка, то есть то, о чем я уже говорил, то есть это, возможно, молочный белок, возможно, яйца, возможно, рыба. Небольшое количество мяса, единственное, ну, свинину не рекомендую использовать в качестве восполнения дефицита по белку. Как только человек начинает употреблять немножко большее количество белка, тяга к сладкому начинает снижаться.
Это первый момент. Второй момент. Использовать в качестве сладости все-таки натуральные вещи. То есть яблоки, бананы в меньшей степени. То есть готовить какие-то альтернативы. Да? То есть иметь эту альтернативу на всякий случай. Вот. И, ну, конечно же, постараться, чтобы разовый прием вот этих углеводов, чтобы они в итоге не откладывались в лишнюю жировую ткань. Там на любом продукте, если вы видели, там есть такие жиры, белки, углеводы. Вот нужно рассчитать порцию. Если эта порция составляет в пределах 5 грамм, вообще идеально. То есть если условно человек берет шоколадку какую-то, и он посчитал, что там, например, одна плиточка, это там до 5 грамм углевода. Вот он ее может съесть без зазрения совести. Вот. А так от 5 до 15 грамм углеводов, чтобы в порции, которая поступала. Почему? Потому что на самом деле чаще всего требует вот это вот желание сладенького именно рецепторы. Поэтому мы как только сбили оскомину, сразу все становится хорошо. А, до речі, чи є якісь кондитерські вироби, які дозволяють дієтологи? Такі корисні, якщо їх можна так назвати. Сложно вообще сказать, что сегодня в кондитерских продуктах есть полезные вещи. Почему? Потому что все-таки большинство кондитерских изделий сегодня используют те же трансизомеры жирных кислот или маргарин. Поэтому однозначно, если в продукте есть какой-то маргарин или растительные жиры, которые по-разному, спреды или все остальное, мы их убираем однозначно. То есть я скорее методом исключения порекомендую. Да? То есть убираем однозначно и смотрим на те продукты, в которых как можно меньше сахара, то есть меньше углеводов. Ну, к примеру, я уже упомянул шоколад. Вот шоколад от 80-85% содержания какао имеет очень низкое содержание углеводов. Его много не съешь на самом деле. То есть он не такой сладкий, он не так сильно раздражает рецепторы. Вот. А дальше уже, ну, может быть, кто-то находит зефир, тот, который более-менее по составу как-то вот ему приглянулся. А рекомендую все-таки то есть готовить дома, в домашних условиях, различные десерты на основе творога, сыра, то есть вот такие вещи, куда можно использовать, в том числе стевию, например, как альтернативу сахару. У нас є ще один телефонний дзвінок від глядачів. Прошу його дати в студію. Алло, ми слухаємо вас. Здравствуйте. Доброго вечора. Я хотів задати вопрос доктору. Вот я сильно худаю, похудала за 6 месяцев, 70 почти килограмм. Не пойму, какой причины болезни. Я прошла все барокамеры, все анализы, но что-то во мне внутри горит. И я худаю, 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 худаю. Пища моя, что я кушаю, на Геркулесе я сижу, вот. Стараюсь, не ем жирного, ничего такого я не употребляю. Но я худаю, так худаю, что я утром встаю, 2-3 килограмма во мне нету. Дякуємо за запитання. Отже, пане Дмитро, що, як ви прокоментуєте такий режим харчування і таку проблему? Проблема, человек теряет массу тела тогда, когда у него нарушение есть работы желудочно-кишечного тракта. То есть в данном случае я бы порекомендовал в первую очередь, обычно с этого мы и начинаем, очень четко взять во внимание водный баланс. То есть сколько человек пьет воды. Сегодня, кстати, сейчас это актуально будет для многих после праздников. Воду с лимоном можно употреблять в течение дня. Почему? Потому что сильный процесс закисления, который происходит во время переедания, во время употребления многих блюд, он сильно нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, вот в данном случае, вот в данном вопросе, который был задан, я бы рекомендовал лучше все-таки на завтрак найти для себя какие-то белковые блюда. Пусть это будет одно яичко там, и какой-то небольшой салатик из капусты. Почему? Потому что вот хлопья Геркулеса, которые были упомянуты, там в основном одни углеводы, и в принципе никакой особой питательной ценности нет. То есть они дают только энергию. А организм строится все-таки из белковых жиров, поэтому нужно отрегулировать этот процесс. Конечно, так дистанционно сложно порекомендовать. То есть я бы рекомендовал, ну, действительно разобраться с работой желудочно-кишечного тракта. Ну, это больше индивидуально все-таки. У нас є коментар від фітнес-тренерки, яка має власний погляд на користь правильного харчування. Пропоную послухати. Я не советую людям, вот все говорят там правильное питание, люди на правильном питании худеют, да, эффективно, быстрее, но килограммы возвращаются. И даже если вы урежете просто свои порции в питании обычно, это будет более эффективно и меньше вероятности, то, что это вам вернется с большим плюсом.
Отже, пане Дмитро, як ви прокоментуєте таку думку, що здорове харчування – це не так важливо, важливо робити порції меншими? Здесь очень разумное зерно заложено в этой мысли, просто его нужно четче проговорить. Дело в том, что диеты как таковые не работают. То есть если человек для себя думает, что он выберет какой-то новый стиль питания, новую диету возьмет, на ней какое-то время посидит, а потом вернется к старому образу жизни, он однозначно получит возврат. Поэтому вот рекомендация, которую проговорила девушка, я с ней согласен. То есть задача потихоньку перестраивать то, что уже было. То есть приобретать новые привычки. Где-то с уменьшением порции первоначальной, где-то с замещением. То есть не просто убрать, вот взять и убрать. Угу. Если мы убираем какое-то блюдо, мы должны понять, что на его место придет. То есть у человека должен выработаться новый как бы, стиль вообще вот, жизни, стиль питания. И тогда он фактически он будет постоянно на правильном питании. Для него это будет абсолютно комфортно, но если это постепенно, если это не в виде диеты. Угу. Так, я думаю, Новый рік – це саме той період, коли варто починати жити по-новому, то починати правильно харчуватись. Дякую вам, пане Дмитро, за сьогоднішню розмову. Успіхів вам і до побачення. Благодарю. Ми повернемось у студію за кілька хвилин. Чекаємо на Вікторію Верес, директорку громадської організації «Культ Прожектор», яка розкаже, чим їм запам'ятався фестиваль анімаційних фільмів. Дочекайтесь.